Вот такая дверь. Ну-ка, возьми. Было, в общем, два штуки. Не знаю, куда один делся. Куда-то убежал. Давай, возьми. 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 Второе знакомство с пастухом. И мне-то бы не залезть на то. Да, возьми. Ух ты, блин. Возьми. Ладно, надо помочь собаке. Блин, барсук небольшой, но он нас гоняет. Хорошая тренировка будет. Возьми. Грета маленько получила вроде. Сейчас осторожничает. Паре бы, блин. Ладно, сейчас я ей помогу. Возьми. Трава большая, блин, под ноги прям мне тоже заскакивает. Даже сделать ничего не могу. Всем здравствуйте! Погнали мы с вороном на разведку в район, в тот район, где вот последнее видео было. Яма там конная. Лося или не лося, не знаю. Не было тогда возможности разглядывать. Надо было домой ехать. Сейчас в ту сторону с вороном поедем, но нифига не успеваем, солнце уже село. Ворон весь мокрый. И нам еще 4 километра ехать. Прямо не знаю. Успеем, наверное, только уже потемну туда. Ну, что будет интересное, включусь. Тишина, ветра нет. Хочу подъехать поближе и где-нибудь там тормознуть. Может быть, какие-то звуки услышу. Там уже будем ориентироваться. Как-то вот так. Вот, либо еще кабанчик начал движение. Либо не кабанчик, но следов не видать. Не очень свежие. Не понять. Сейчас проедем дальше. Перекопанного нигде не видел. Чтобы именно земля была накопана. Здесь вроде все-таки вот как отрыло. Отпечатки. Так, ладно, едем мы дальше. Ворону много нельзя водички пить. Так, вроде, в общем, все-таки след крупный. Вот он идет. Шаги большие. И в том направлении. Где-то около 1 километр остается до того места. Знаю.
большой-большой кабан. Скорее всего, кабан. А может и не кабан. Все, едем мы дальше. Идем следом. Вот его, не знаю, но видно. Вот он светлый. Да, вон. Вот он. Светлый след. И здесь кабан. Огород целый перекопал. Здоровый. Вот так вот.